И еще о добрых делах. В Курске продолжается декада пожилого человека. Памятные и полезные подарки от школьников, душевный концерт от заслуженных артистов Украины. В доме-интернате ветеранов войны и труда звучали аплодисменты и музыка. Тему продолжит Денис Ломакин. Пусть она, моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. В доме-интернате сегодня живут 210 пожилых людей. Владимир Плотников – один из 34 украинских беженцев. Он с супругой потерял родной дом на Донбассе. Теперь их семейный очаг продолжает гореть здесь. И горячая вода у нас круглый год. Если это лето, москитные сетки. Очень у нас продуманы бытовки. У нас есть все для того, чтобы можно было, допустим, приготовить самим какую-то еду, по-домашнему приготовить что-то, или, допустим, провести мероприятие. Геннадий и Галина Баже – заслуженные артисты Украины. Они тоже были вынуждены бежать из страны. Курская область для главы семьи – родина. Сюда и вернулся. Песни в их исполнении – не единственный сюрприз для пенсионеров. Вместе с творческими номерами гости привезли и гуманитарную помощь. Просили у нас такие расходные материалы. Это мыло, шампунь, стиральный порошок, моющие средства, ну, все, что нужно каждый день. Мы привезли достаточно много, я думаю, хватит всем распределить. Ну и такие маленькие сувениры, такие чашки памятные. Пожилые люди должны быть, постоянно испытывать на себе внимание. Не только вот такие вот праздничные дни, а в течение года должны, так сказать, постоянно ощущать на себе внимание и представителей, так сказать, власти, и общества, и школьников. Денис Ломакин, Сергей Дорохов, телеканал «7».